Всем привет, с вами Зонг. Нас ждет очередной брифинг. Посмотрим. Все внимание на проектор, господа. Пятая авиагруппа приступает к операции по уничтожению последнего вражеского гнезда на нашей планете. После успешного продвижения к долине мы получили подкрепление. Эти храбрецы не дадут неприятелю ни единого шанса. В начальной фазе нам необходимо подавить сопротивление противника на выходе из ущелья и расчистить путь, по которому федеральные силы победным маршем войдут в центральную долину. Как только мы займем надежные позиции в обозначенном квадрате, наши наземные и воздушные соединения нанесут сокрушительный удар по основным укрепленным районам противника. После чего войска займутся тем, к чему мы стремились все это время. Мы сравняем с землей это змеиное гнездо. Мы не оставим там камня на камне, разотрем их в пыль и вморозим в арктические льды. Ну что ж, видимо, на этот раз это наши зеевские высоты, а впереди что-то подобие Берлина. В Антарктиде. Ущелье смерти. Впечатляет. Наконец-то какие-то нормальные названия пошли. После прохождения арктического каньона Виктор теперь базируется в секторе. Непосредственно близости перед укрепленным пунктом у входа в ущелье, который ведет в центральную долину на острове. Задание. После взлета следует по проложенному курсу использовать естественный рельеф, чтобы не попасть под огонь. Обойти пост и проскочить в ущелье смерти, где держать оборону, не пропуская к блокпосту вражеские подкрепления. Тем временем блокпост будет подвергнут атакам наших штурмовых групп. Что-то я не совсем понял. Окей. Опять вопрос. Наземка или воздух? Пусть будет все-таки наземка.
Это Индия. Разрешите посадку. Индия 2. Посадку разрешаю. Индия 1. Посадку разрешаю. Это флот Виктор. С севера приближаются воздушные цели. Развалил по болтам. Да блин. Это, по-моему, самая простая миссия была в арктической компании. Дельта-1, посадку разрешаю. Это Фокстрот.
Сегодня ущелье смерти было наглухо закрыто для вражеских истребителей. Бедняги сыпались с небес, как заговоренные. Таким образом, блокпост противника был со всем усердием отутюжен нашими штурмовиками. Вот такой результат. И все это благодаря тому, что наши ребята вовремя вспомнили о своем высоком предназначении. Диспетчерская. Работа пилотов была куда более эффективна, если диспетчеры обладали достаточным быстродействием. Тренировки на быстроту реакции должны стать для вас таким же обычным делом, как макияж для фотомоделей. Жду результата в ближайшее время. Сроки проверки назначу сам. В следующей серии увидимся.